Всем привет! Вы на канале Криоген Фокс, и в этом видео я хочу рассказать, как сделать бензин в игре Ark Mobile. Дело в том, что в игре нет чертежа и нет энграмм, по которой можно изготовить бензин. Рецепт остается скрытым, и для того, чтобы сделать бензин, новичку нужно искать информацию в Википедии. Но я расскажу способ, самый простой и самый эффективный, как сделать бензин в игре Ark Mobile. Для этого вам понадобится только два предмета. Первый – это нефть, которую можно найти в зимнем биоме. Собираем нефть. И второй предмет, который нам понадобится – это кожа. Итак, нефть я собрал. Теперь отправляемся туда, где у нас стоит плавильная печь. Для того, чтобы сделать бензин, вам нужно закинуть в плавильную печь нефть и закинуть в плавильную печь немножко кожи. После этого мы поджигаем печь и дожидаемся, пока в ней появится бензин. Вот такой простой способ, который позволит вам изготовить бензин в игре Ark Mobile. Для того, чтобы скрафтить 5 штук бензина, вам понадобится 6 штук нефти и 5 штук кожи. Стакается этот бензин по 100 штук. Поэтому, если у вас очень много нефти и очень много кожи, то нужно следить, чтобы в этой плавильной печи не было слишком много стаков бензина. На этом у меня все. Вот такой простой способ. Пользуйтесь. Спасибо всем за просмотр и пока.